Вот, хочу, наконец, показать свой мольберт, который мне подарил Павлу на день рождения. На Рождество, там, на день рождения, все вместе, можно сказать. Вот, он такой довольно-таки высокий и основательный. То есть это, если не ошибаюсь, не помню, около 40, что ли, сантиметров в ширину. Вот, есть такой же маленький, узкий, походный. Вот, но я захотела именно рабочий такой для дома. Вот, здесь этот... Значит, палитра такая, которая была в наборе, она уже промаслена. Здесь выдвигающийся ящичек такой металлический. Туда можно там складывать все, что тебе хочется. Все, что тебе нужно именно в этой части. Вот здесь внизу под ним вот это вот все тот же ящик, который двигается. Вот здесь еще два таких вот отделения, в которые можно сложить что-то, что тебе в работе не потребуется, но должно присутствовать. Вот здесь... Значит, с этой стороны вот ручка, как у чемодана, то есть он складывается. Ножки у них, значит, здесь вот они как бы складываются пополам. Вот эта ножка, она складывается внутрь, вот так вот. Вот, вот эти вот штучки, они как бы жестко закрепляют положение, высоту ножки. Вот они у каждого... У каждой ноги, на всех трех ногах такие штуки присутствуют. Вот, здесь вот этот вот как бы движочек, который вверх и вниз позволяет, как бы, ходит закреплять, позволяет закрепить там, холст. Вот, и в общем, такая вот штука, очень серьезная, довольно тяжелая. Вот, а тот, который походный, такой небольшой, он более легкий, он выполнен абсолютно как бы вот в той же технике, абсолютно та же фирма. Фирма называется Mabif. Вот, та же самая марка, с теми же абсолютно держателями, теми же вот штучками со всеми. Вот, единственное, что у нее вес, там он где-то получается в два раза уже, в два раза меньше. Хотя и высота ножек тоже приличная. То есть для работы как бы и стоит тоже. Ну вот, краски у меня вот такие. Бел. Я не знаю, что это за марка. Сделаны в Китае. Фирма французская. Вот. Набор довольно большой. Я, в общем-то, поняла, что такой большой набор мне не понадобится. Я, наверное, буду просто поштучно теперь покупать, просто вот уже разобравшись, что к чему. Вот. Ну, и тут у меня коробочки, баночки со всякими штучками. В общем, такие вот дела. Хотела похвастаться, рассказать. Рассказала, потому что я как-то рассказывала, но не показывала, скажем так. Вот. В общем, серьезный агрегат такой.